Жуткое происшествие произошло накануне в Москве. В реанимацию одной из московских больниц поступила 48-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в случившемся виноват ее 50-летний супруг, который сразу же был задержан. В ходе допроса тот признался, что в результате словесной перепалки мужчина поджег свою супругу. ЧП произошло 16 декабря в квартире дома на улице Маршала Катукова. Между двумя супругами разгорелся конфликт, в ходе которого в приступе ревности мужчина облил свою жену горючей жидкостью и поджег. С ожогами различной степени тяжести она была помещена в реанимацию. Сам же ревнивец задержан, в ближайшее время его отправят в СИЗО. О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Максимальный срок наказания по данной части статьи 105 УК РФ – пожизненное лишение свободы.